все равно остается на слуху проблема недобросовестности управляющих организаций, которые свои незапланированные издержки включают в тарифы и за счет этого пытаются поправить свои дела. Хотя, по идее, любая управляющая компания может заработать только на обслуживании. Вот и здесь тоже есть конкретное предложение вывести уплату за потребленные энергоресурсы напрямую через расчетно-кассовые центры, напрямую ресурсоснабжающим организациям.